Мур, привет, друзья! С вами Зирько, и сегодня экспериментальный выпуск с обновлениями. Посмотрю, сколько наберет просмотров и нужны ли такие выпуски людям. Итак, изменение героев в патче 1.2.92. Горд. Ульта. Уменьшена КД на 4 секунды на всех уровнях. А у пассивки увеличен урон. Первый навык. Увеличена область взрыва. Кайя. Первый навык. Увеличен урон на 30 на всех уровнях. А ускорение пассивки увеличено на 10%. Теперь это 50%. Мелочь, а приятно. Гатоткача. Второй навык. Теперь должен снимать замедление с гатота. Мартис. С первого навыка убрали эффект оглушения. Теперь только перемещение и замедление. Москов. Увеличили урон пассивки начальной. Теперь Москов вначале будет немного больнее пробивать за спины. Чу. Первый навык. Увеличен урон и расстояние рывка каждой фазы. Ульта. Увеличен урон на 80. Плюс увеличен процент усиления от предметов до 150%. Сейчас 110%. Также увеличили КД навыка. Пассивка. Теперь увеличивает урон на 150%. Было на 200. Кэрри. Второй навык. Уменьшили КД на 1 секунду. Вернув его в состояние, когда кэрри только выпустили. И уменьшили монокост на 15. Теперь он тратит 35 маны на первом уровне и 60 маны на шестом. Роджер. Увеличили начальное ХП до 2730. Но когда они вынесли его урон с формы волка в отдельный показатель, ему теперь это что мертвому припарка. Ведь теперь урон не учитывается при критах и разрушении башен под зловещим рыком, то есть не участвует в увеличении урона. Ланселот. Второй навык от предметов будет получать плюс 100%, сейчас получает 120%. Ульта от предметов будет получать 150% вместо 180%. Ну ура, хоть что-то. Лесли. Прирост атаки с уровнем теперь 9.5. А был, ну я не знаю, мне не сказали. Первый навык увеличили немного КД. Примерно на секунду. Циклоп. Чуть меньше отхила от второго навыка, когда берем предметы на отхил. Валир. Его я немного даже покажу. Добавили анимационный эффект, когда заряжена пассивка. Внимание на первые два навыка и всполохи вокруг них. Второй навык теперь отталкивает дальше, хоть и слабее на 40 единиц. Сила толчка позволяет чаще отталкивать персонажа во вторую волну навыка, нанося урон дважды. А ульта теперь может подкинуть 2-3 раза, следуя описанию. Также собираются изменить время воскрешения. Быстрее будем воскрешаться в ранней стадии и медленнее в поздней. Это наиболее значимые изменения в обновлении. Если видео вам понравилось, делитесь им, подписывайтесь на канал и ставьте лапки. Всем пока!